Всем привет и добро пожаловать в нашу студию в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас в гостях Катрин. Она была окрашена красителем Pal Pride. Она заранее вымыла цвет до максимально светлого, чтобы мы могли сделать новое для нее окрашивание – скрытую радугу. Перед обесцвечиванием корней мы наносим на длину Olaplex номер 2, чтобы предотвратить повреждение волос во время обесцвечивания. Более подробную информацию вы можете посмотреть по ссылкам в описании. Мы обесцвечиваем прикорневую зону с смесью обесцвечивающего порошка и 2% оксида. Время выдержки у нас визуальное. Если мы понимаем, что цвет волос уже достиг нужного уровня, то мы идем смывать. Мы добавляем Olaplex номер 1, чтобы опять же предотвратить волосы от излишнего повреждения во время такой агрессивной процедуры, как осветление. В данном окрашивании мы используем краситель Pal Pride, потому что при желании его можно вымыть в базу, на которую был нанесен краситель. В яркий краситель мы добавляем B3 для того, чтобы увеличить срок носки яркого окрашивания и улучшить качество волос. При скрытом окрашивании мы изолируем все цвета друг от друга, чтобы они не запачкались. И также во время мытья мы изолируем цвета друг от друга, чтобы они не потекли и не испачкали друг друга. Вот такой результат у нас получился. Практически все оттенки в данном окрашивании светятся в ультрафиолете. Благодаря таким красителям, как Pal Pride, вы можете экспериментировать с цветом и не бояться, что этот цвет останется с вами навсегда. Поэтому ваше время пришло, вам пора изменить свой цвет на более яркий. Если вам было интересно, вы можете подписаться на мой инстаграм. Именно там появляется первая информация о новых красителях, о новых техниках окрашивания и много чего интересного. Всем спасибо за просмотр. Пока!